Всем привет, дамы и господа. Последнее видео по поводу пресловутого набора разных коньяков пятилеток из стран бывшего СССР. Значит, послесловие, назовем так. В общем, утром я проснулся и понял, что мне нехорошо. А выпил я, как вы видите, всего ничего. Армянское чудо. Было отпито всего лишь грамм по 30, не больше, с каждой бутылочки. Больше всего пострадал Абшерон и Сараджашвили. У Квина была отпита грамм 50. Ну, то есть в общей сложности я выпил, ну, не больше 300 грамм, это точно, а скорее всего меньше. Так вот, сильный сушняк. Плохо спал, утром проснулся, недомогание, вообще я ничего не понял. Пилось это с 16 часов до 24 часов. То есть в течение 8 часов я по чуть-чуть пил. А такое ощущение, как будто так посидел, не слабо побухал. Еле дождался противоядия в магазине, дома не было. Пришел в относительную норму и хочу сказать, что вот эти два точно пассажира уходят. Мы их в прошлый раз, так сказать, уже обсудили в прошлом видео. Теперь вот эти три. Я, честно говоря, не хочу выяснять, от кого именно получилась такая проблема в моем организме. Но методом исключения можно предположить, что это либо Абшерон, либо Сараджашвили. Вот. Поэтому оба, и один, и второй идут в топку. Квин молдавский я, возможно, еще попробую и оценю послесловие после него на утро. Вот. А вот эти четыре, раз, два, три, четыре пассажира выметаются и, надеюсь, больше никогда в моей жизни не будут присутствовать. Всем спасибо.